Друзья, всем привет, с вами Санек. В прошлом ролике я вам показывал, да, распечатывал посылки. В общем, пришли вот такие вот державочки 16-е под треугольные пластины. И сказал, что пластин у меня нет. В общем, я вам наврал. Пластины вот сегодня пришли, только что поехал их забрал. Но это сразу скажу, что я за них не заплатил ни копейки. Это подарок из Поднебесной мне на день рождения. Почему так? Смотрите в этом ролике, кому интересно. Все, погнали распечатывать. Ну, друзья, обо всем по порядку. Пока вот распечатываю, расскажу. Заказал пластины 9 марта. Продавец их долго не отправлял. То есть заказ висит, что ожидается, там, я не знаю, обрабатывается он там, никуда не отправляется. Висит и висит. День висит, два висит, неделю висит. В общем, я взял и отказался от товара. Взял, отказался от товара, друзья. Просто нажал отмену. Мне написали: ждите подтверждения продавца, потом вам вернутся деньги. Это было 15 числа. Я отменил заказ. 16 числа продавец как раз на мою дюнюху. Ну, те, кто в курсе, да, следит за каналом, знаю, в сообществе запись была. Было день рождения у меня 16 числа. 16 марта. Продавец подтвердил отмену, и мне в этот же день вернулись деньги. Вот здесь вот где-то будут скриншоты. И в этот же день в 5 пост появилась информация, что ожидается передача чего-то там в 5 пост. Хотя вроде бы как ничего и не жду. По большому счету, да? По большому счету ничего вроде как и ждать уже и не нужно. Ну, думаю, интересно. Хотел уже заказать у другого продавца, более адекватного, который бы отправил бы мне их побыстрее, грубо говоря. Потому что неизвестно, сколько они там висели. Я не стал заказывать, покупать. И думаю, подожду, чем это закончится. Потом, по-моему, началось движение. И вот сегодня, 27, да, марта, смс-очка, приедьте, получите. Вот, как-то так. В общем, не стал я отказываться. Поехал и получил. Что там говорить. Спор, скорее всего, открывать я с продавцом не буду. По этому поводу. Буду считать это подарком. Возможно, он подписан на мой канал, друзья. Возможно, подписан. Был в курсе, поэтому взял и сделал жест доброй воли. Но почему бы и нет? Бывает же и такое, наверное, скорее всего. Сейчас возьму ключик и попробую поставить. Здесь 9 пачек. В каждой пачке 10 штук. То есть 90 штук. Пластина она трехсторонняя. То есть 100% ее можно использовать. Вот как-то так. То есть 90 умножаем еще на 3. Вот сколько получается рабочих сторон. Вот такие вот, друзья, дела. Это второй случай у меня, когда вот так вот получается. Первый был с оптическим нивелиром. Не знаю, как вставлять, конечно. Почему-то не лезет. А вот, вроде пошло.
Заказывал тоже оптический нивелир. Ну, я сейчас искать не буду, конечно, эту информацию. Мне его прислали, я вам так скажу. Хотя, также отказался от него. Продавец там требовал паспортные данные для отправки. Я говорю, делов не будет. Я говорю, паспортные данные свои никому не даю просто так. Я говорю, буду искать у другого продавца. Я говорю, нефиг делать. Все, он мне тоже вернул деньги. Тоже там в пределах, наверное, 8 тысяч. И через месяц звонит курьер, говорит, заберите посылку. Я вообще ничего не ждал, если честно, друзья. И мне, прикиньте, мне, я уже получил другой нивелир оптический. И потом еще один пришел. Получилось у меня их два. Знал бы, что пришлют, я бы не заказывал и тот нивелир. Ну, вот так вот. Хотя я общался с продавцом. Это какие стали-то? 735-е. Ну ладно. Или надо все-таки было поставить 60-20. Ну, сейчас разберемся. Ну, поднастроим пока так. Все. Сходится, заходится. Брал здесь закругление, друзья, брал. Ну, по крайней мере, хотел взять, но получилось так, что... хотел и получилось. Здесь закругление брал я 0,8. Не 0,4, а 0,8. То есть по... кто в теме, тот понимает. Да, вот этот кончик, он более такой полукруглый. Вот все они 0,8. 0,4 как бы есть. А вот чуть-чуть вот как бы... Я думаю, будет работать намного интереснее. Вот такие, друзья, дела. Не думал, не гадал. А вот чувак из Поднебесной взял да подарил. Красавчик. Респект и уважуха таким продавцам. Вот, как-то так. Ладно, всем пока. Сейчас буду пробовать как раз таки уже на этих резцах точить. Потом расскажу, как работает. Пластина 60-20. Сейчас попробую первое, так сказать, пробное. Миллиметр на диаметр. 450 оборотов. Да офигенно, что там говорить. И стружка совсем другая. Совсем другая. Как-то так. Второй проход. Еще миллиметр. Обороты уже 770. Миллиметр на диаметр. Миллиметра на диаметр. Обычный шток от амортизатора. В общем, работают.